милую кучу много всякого богатства. Есть манисты, ожерелья, черный соболь и лисицы, золото и серебро. А в больших его палатах казаки сидят за чарой, поминают Русь святую. Впереди сидит начальник и большой их воевода, первый в битвах и советах, тот Ермак. Летим Лопеич. Справа грозный слева весел и разгулен, с полой чарою глубокой, атаман гроза сидит. Речь возговорил Ермак Тимофеевич. Ой, вы гойси, братцы, атаманы молодцы. Ой, вы делайте лодочки коломенки, забивайте попочатые ловые, накладайте попайчики сосновые. Мы поедем, те братцы, с Божьей помощью. Мы пригрянем, те братцы, вверх по Иртышу реке. Перейдемте мы, братцы, горы крутые, доберемся до царства мы кучу.